Участилось число случаев ОРВИ, бронхита и пневмонии. С 5 по 11 декабря в столице госпитализировано более 1500 человек, из них 450 дети. Зарегистрировано 18 пациентов с гриппом. Большинство из них несовершеннолетние, еще 12 больны туберкулезом. По словам главы столичного управления здравоохранения мэрии Бориса Гылка, больницы переполнены. Из 18 заболевших гриппом 15 госпитализированы. Гражданам из групп риска, пожилым людям, сопутствующими заболеваниями, следует срочно обратиться к семейному врачу для вакцинации против гриппа. Также на прошлой неделе было зарегистрировано 12 случаев заболевания туберкулезом. Чиновник добавил, что 90% доз сыворотки против гриппа, полученных муниципем, уже использованы. Что касается коронавирусной инфекции, Борис Гылко сообщил, что с 5 по 11 декабря был зарегистрирован 71 случай. Вакцинировано 452 жителя Кишинева, что более чем на 10% больше, чем на предыдущей неделе.